школе предложили принести страшные какие-то закуски. Ну, они действительно у меня получились страшные. То глаз отпадет, то ухо отпало. В общем, здесь все такое, как Настя уже отпавшие уши почти все съела. Пришлось еще выходить из ситуации. И теперь у нас будут еще пальцы. Посмотрим, что с пальцами получится. Угадайте, что это, покуда еще не видите. А это сахар белый, как молоко. Очень вот. Удобно из такого насыпать. Вообще, это гениально. Мне кажется, и муку надо в таком делать. Ну, мука может где-то комочками будет браться. Я даже в магазине сначала не понял. Это сахар. Так потрусила. Ага. Не, я видела, но особо как-то не акцентировала на это внимание. А вот когда попробовала использовать, я не могу солить. Молдавскую соль еще. На горшок хочешь? Да. Иди. Иди. Да. Иди на горшок. Да. Куда? Стремялась. Не. Иди. Пошла на горшок. Тур-дун. Тудрутон. 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 Чуть-чуть они такие толстые вышли. Наверное, много разрыхлителя добавила, они такие стали. Внушительные. Не пальцы ведьмы, а пальцы какого-то толстяка получились. На утро мы едим пальцы. Пальцы. Кстати, получились очень даже неплохими. На вид, конечно, устрашающий. Красивая летучая мышь. О. Я лучше черным. Ай, Дианочка. Ты с зонтиком покажи, как его нужно. Вот так. Вот так. Ты умница. Прикиньте, принесли табель Дианкин. Ребенку в 2 года табель. Тоже выдавали. Да, ты. Да, ты молодец, ты хвалишь себя. Хорошая Дианка. Хорошая. Да, это твой табель. Первый табель. 2 года ребенку. Из садика. Жестяк. Ну, и что, что ты можешь рассказать? Ну, надо, чтобы... ну расскажи. Перевести. Давай. Рассказать. Переведем. Давай сейчас. И бабушка на телефоне заодно послушает о достижениях внучки. Это как информативные. Угу. В этом первоначальном отчете мы ценим адаптацию других людей. Вход в класс и отделение от родителей оказывает на степень доверия принятия этого пространства. Он без труда прощается со своей возлюбленной, с мамой типа. Ну, да. И успокаивается в классе. Он получает, ну, типа справляется сам. Тут и справляется сам, нужна помощь. Ну, с небольшой Дианка... помощью, либо только с помощью. Ну, Дианка сама типа да, справляется. Диан, ты куда лезешь? Потом что там? Общаться без трудности с выражением потребности. Ну, понятно, это как бы только с помощью. Да. Принимать с удовольствием проявление привязанности и контактов. Чтобы ты кушала? Потребности, вытиранием руки, смена подгузника. Первое. Ты умница, Диана. Смотри, все съела. Все, что мама положила. Дает сменить подгузник, помыть ручки и все такое. Класс. Отношения с своими одноклассниками средние. Нужна помощь. Типа нужна помощь. Ну да, коммуникации у нее еще этого нет. Ну конечно. Да. Знает материалы классной комнаты, безопасно размещает свои вещи, знает, где разместить рюкзак, пальто. Короче, здесь все это сама справляется. Что? Да. Что там? Там было манго сушеное. Познакомиться с другими пространствами, пределами классной комнаты. Положи назад. Печать, все серьезно, подпись еще. Да, прикольно. Весь отчет, еще ж будет и фото, видео отчет у нас за весь месяц. Покажи, как в столовой в плане еды. Присылают. Угу. Присылают каждый день описание, что они едят. Но в начале месяца сразу на весь месяц меню просто. Ну, там, где все написано. А потом каждый день... Вот. Платье нашла красивое. Хочешь платье красивое одеть, да? И каждый день присылают, что они ели сегодня.
Давай покажем. Например, меню 26 октября. Написано первое блюдо, второе, и вот прям фотография, чтобы видеть, как это все выглядит. Как всегда, полбатона, суп с чечевицей, омлет французский. Класс, и фрукты. И это йогурт. Йогурт, конечно, сладкий часто дают. Салат есть каждый день. Салат и три помидорки, это прям закон. Угу. И все съедает. Даже вчера с вот этой зеленой чечевицей в виде супа сделана с овощами. Ну, она нам не очень нравится, она такая другая на вкус. И, ну, Настя говорит, что съел. А вот еще какие печеньки сделали одноклассники. 4 года. Юлия, Хулия, Маркус. 4 года. Написано. Это Настя вчера такое делала, да? Да. Ты кто? Кто твой персонаж? Мышка. Летучая мышка, да? Нет, я позавчера делала. А, позавчера. Хорошо, хорошо. Класс. Это татушка такая? Да. Тебе идет. Делала. Класс. Диана что-то не очень счастлива этому движу. Мышка. Да? А ты просто милый ребенок, да? Скажи, я еще маленькая, чтобы быть страшной. Ты будешь сейчас с зелеными волосами, как жаба. О, мадре мия! Верно и вас! И морану! Ястас! Бонита, гуапа! Очень gracias! Давай, ушки одевай! Добро пожаловать на настоящий испанский Хэллоуин! Какие прикольные! Тут очень много в костюмах. Ну и поделки тут. Еще каждый какое-то блюдо готовил и принес. Это просто супер. Все так украсили. Это полноценный Хэллоуин. Все в костюмах. Ну, детей сейчас. Какие поделки красивые. Вау, доспехи. Очень много еды. Ее еще несут и несут из-за кромов. Настя нашла наши печенье. Да, я тоже только что заснял, нашел. Очень много еды. Вот наше блюдо. Почти все съели. Полно еды. Ой. Это, я понимаю, движ и праздник для всех, и для взрослых, и для детей. Это тыковка? Да. Это не кушать, это игрушка, Диана. Игрушка. Диане понравился зеленый человечек, она к нему пришла. Кто там? Покажи, где глазки у него, где глазки? Вот глазки, где ротик. Страшно, кто? Привидение, только мы не побольшую одеты. Где твоя? Людей, но прикольно очень. Ну что, учитывая, что мой ноут не подлежит ремонту, а вернее как, он-то подлежит, если все собирать по отдельности. Отдельно жесткий диск, отдельно клавиатуру чинить, еще порт. Как вы помните, они тоже не починили. Поэтому я плюнул и купил еще один ноутбук себе. Такой же MacBook, только на 512 гигабайт памяти. На 1 терабайт стоило там хороших денег. Из Европы, кстати, тоже хороших денег стоило. То есть я, получается, купил за 14 тысяч гривен. Такую же модель, как у меня, только на 512. Тут ветрено. Покажу вам просто вид. Смотрите, обалденный цвет воды. Обалденное море. Просто вау. Просто вот так вот можно выйти и любоваться. Вы только посмотрите на эту красоту. А когда тут солнечно, тут вообще, наверное, очень-очень красиво. Вот тот кораблик, на котором мы плывем, я вам уже рассказывал об этом, пляж крутейший, тоже идет в порт. А волны раньше достигали вот сюда, видите, куда они заливали дальше. А тот дом там, где
домик расположен на море, его тоже накрывали аж волны. Тут такие периоды бывают. А так я просто кайфую. Я из автобуса, когда сюда ехал, наблюдал. Тоже думаю, выйду, прогуляюсь по набережной. Очень красиво. Блин, и опять как-то бойся своих желаний. Я чуть просто не купил один компьютер без зарядки. Подумал, ну у меня же есть зарядка, зачем мне компьютер с зарядкой? И вот, блин, сегодня этот компьютер ко мне новый пришел. И он пришел без зарядки, представляете? Просто это чуметь. К слову, хочу сказать, что этот перевозчик постоянно у него какие-то сложности с пересылкой. То теряются вещи, то оказываются вещи у других. В другом городе, знаете, они как-то путают их. Я не понимаю, как так можно работать. И в итоге тебе компьютер, ну они его как-то по-другому везут, то есть под мышкой там, еще где-то. Он пришел в кулечке, без зарядки. Просто вот, ну вот так вот. В итоге я, наверное, все равно буду просить Олину маму пересылать мне родную зарядку, которая уже отправилась прошлым компьютером в Украину. Я не знаю, что это, как, блин, происходит. К сожалению, я, получается, не могу работать на этом компьютере, пока не придет зарядка. Олечка с Настюшей меня нашли. Пока я тут стоял, любовался. Оля пишет, вот там стоит, и пишет, ты где? Так прикольно, я здесь стою. Здесь продают каштаны. Да. Ты взяла каштаны? Да, 3 евро. 3 евро. Оля всегда хотела взять каштаны. Паровозик такой. А тут движ такой, потому что еще Хэллоуин продолжается. Здесь построили замок. Страшный замок. А, это корабль. Нет, это пиратский корабль. А, это комната страха. Ну такая. Ведьмочки ходят. Это все. Я не понимаю, где он. Да, это все сюда. Леонардо да Винчи и ведьмочки. Не пускают уже да Винчи. Закрыто. Может, у них определенные часы работы? Сколько ведьм идет? Вот это прикольный костюмчик. Космонавт. Да, из той же серии, что вчера у него. Не, просто это прикольно. Ну, мы как-то, когда в детстве начали все немножко там праздновать Хэллоуин, то всегда хотелось такого масштаба, ну, конкретного, чтобы можно было оторваться. Вот. У нас была народу. Такая возможность, но мы ее чуть-чуть прогалили сегодня. Столько народу было, ну и есть. Все отмечают, все празднуют. Это просто весело. Детишек, конечно, одевают. Вот. Но очень все прикольно. Да. Смерть одеть да. Ребенка. Ну, косу так... в руку и нормально скосят. Эти страшные клоуны тут тоже. Тыквы, спайдермены, всякая да, нечисть. Ну, какой-нибудь да. Милой ведьмочкой можно было одеться. Да. И тыковки две. Вот это была бы тыковка. А Настя, мышка или страшный мышка единорог. Здесь будет шабаш. Шабаш. Классный да. Чувачелло. Классная семья. Каштаны, как картошка печеная. Эй, дай. Да, класс. Смотрите, такси, отель. Знаете, посреди улицы. Одна из моих визуализаций, это когда прикольно, знаешь, ты с женой, там, с детьми останавливаешься в каком-нибудь классном престижном отеле. Где-нибудь далеко. Нью-Йорк, Париж. Подъезжает к отелю такси, там, черный Мерседес, допустим. Ну, Шкода тоже неплохо. Вот, и ты выходишь и чинно садишься в это такси с супругой и детьми, едешь развлекаться куда-нибудь, тебя гид там, например, отвозит. Это такое одно из мечт. Делюсь одной из мечт. Какой? Только что такое такси стояло, и парочка, ну, уже пожилые, понятно, знаешь, заходят, открывают такси, садятся. Моя одна из мечт. Все тоже мы, знаешь, приезжаем куда-нибудь в козырный отель. Лондон, Париж, там, Нью-Йорк. Останавливаемся вот именно в городском отеле хорошем. Не хочешь, чтобы одевала это. И вот.
с детьми, всей семьей, руки знаешь. Холодные. Да, да. Дианка, не снимай. Что? Что ты? Ножки замерзли, холодные. Приезжает какой-нибудь там, ну или такси, либо там черный Мерседес, такси, гиды, там мы садимся, нас везут по экскурсиям, катают, показывают, чисто эксклюзив. Нашли зарядку, все нормально. Следующую субботу передадут. А покуда? В таком пакете он пришел. Что говоришь? Спирт возьми. Да, салфетку. Оно легче будет. Меня интересует клавиатура. Блин, не стирается. Возьми спирт. Надо натереть. Все, красота. Все. Да. Да, но он реально выглядит. Ну, выглядит вообще сложно. С твоим прошлым очень ночью. Хорошо. Ну, понятно, что. Аккуратно пользовались. Пробую включить. Включился нормально. Сейчас посмотрим подсветку клавиш. Светится, это уже хорошо. Все нормально, все работает. Не могу понять. Я даже специально делал видео, чтобы понять, как звучит оригинальная клавиатура и отличия. Ну а так ноутбук производит очень классное впечатление. Почти как новый. Заряжена батарея, кстати, что очень хорошо. Ну, чуть-чуть мне хватит. Да, скорее всего, это оригинальная клавиатура. Я только что попробовал. Печатает классно. Вот. Я не вижу ни потертости, ничего. Очень хорошее состояние ноутбука. Мой любимый ноутбук. Несмотря на то, что у меня есть вот машинка новая, более мощная, но это, ну это же просто светящееся яблочко. Так их же бично вырабляють. Ну, вообще он легче намного, чем этот. Можно его брать в путешествие, монтировать видео. Нашел квартиру, в которой мне бы хотелось бы жить в Испании. Тоже недалеко от нас. 800 евро в месяц. Но она трехкомнатная, 85 квадратных метров. Вау, просто. Квартирка просто супер. Три комнаты, кухня-гостиная, собственно, кухня. Ну, кухня, понятно, такая себе, но можно отдельно видеть этот столик, там находиться в ней. А вот в Испании всегда вот кухни преимущественно имеют как тамбур. А зато все остальные комнаты вообще супер. Тут и посудомойка, стиралка. Это полноценный рабочий кабинет, типа третья комната. Так она выглядит аккуратненько. Кстати, двери как у нас. Реально, смотрите, какие же. И здесь спальня, кроватка, простенькая, с окошком. Ничего лишнего. Минимализм мы очень любим, современный такой минимализм. Зато тут лучше ванна, большая душ, я имею в виду. Немножко просторнее, чем у нас сейчас. Еще одна комнатка, я думаю, Настюша была бы в восторге спать на такой кровати большой. Здесь можно для рабочего места что-то придумать. А-ля столик. Ну, единственный недостаток, что здесь особо нету школы. Том достаточно новый. Плюс здесь огромное преимущество, что есть спортклуб. Этот спортклуб большой, с бассейном. Вот так вот он выглядит. Красивый спортклуб. Тренажеры. Много тренажеров. Бассейн. Боксерские груши, залы отдельные, джакузи, вообще классно. И, как правило, в Испании это все не так дорого стоит. На семью там порядка 20-30 евро в месяц на одного человека. На семью, если 4 человека, ну 100 евро будете отдавать, может чуть больше, 120. Но получаете весь полный спектр услуг. Если не так далеко школа, может быть, вы рассмотрели возможность забронировать именно эту квартиру. И тут у нас маленький душик в этой квартире. Я вам уже показывал ее по ссылочке в описании. Кто еще не видел, можете посмотреть. Здесь такой длинный, классный душ. В принципе, мы любим больше простор, ценим. Даже поставил ему сердечко в избранное, сохранил. Приехали мы в Lidl, решили проверить
что он из себя представляет. Начался дождь. Сюда очень удобно подъезжает 24-й автобус. И это один из самых больших супермаркетов. Два этажа в 2021 году построили. И реально он здоровый. Погодные условия так себе. А внизу паркинг. Значит, не два этажа. Но все равно такой большой. Настя переживала. Если там нет туалета, я захочу. В Маркадоне же есть туалет. Значит, в Лидле должен быть. Мы говорим, не знаем. Но есть. Все нормально. Гигантский просто лифт. А куда пойти в Сантандере? В Лидл? Развлекушки. Это уже съел. Ну да. Цены вроде в Маркадоне чуть дешевле на все это. Так, на первый взгляд. Еще. Набор для супа сразу. Цены на салаты, как у Маркадоне. 99, 89. Хотя в Маркадоне еще и дешевле. Бывают. Смотрите, нашли тут макарончики. 89. Ну да, но зато их много. Ну возьми одну. Попробуем. А тут еще мы нашли утку, которую мы в Гудвайне брали. Хамон де пато. Возьмем, попробуем. Сардины дороже, чем в Маркадоне, например. Тут разные, конечно, есть. Можно выбрать. На самом деле, Лидл кажется большим. Не такой большой. Все нужное как бы есть, и на том спасибо. Получилось у нас 114 евро. На самом деле мы скупаемся примерно так же, чуть дороже в Маркадоне. Ну, может, мы многого не взяли? Многого не брали. Мы мало взяли овощей и фруктов. Здесь не особо большой выбор. Угу. Ну, в целом, неплохой магазин. Взяли других продуктов, которых нет в Маркадоне. Поэтому я брала их там по две штуки, например, масло. Сыр, крем сыр здесь хороший, евро 25, большая упаковка и хороший состав, лучше, чем в Филадельфии. Остановка тут совсем близко, так что очень удобное расположение. Вообще пустой автобус. Нас угостили вот такими вот анчоусами, и они просто обалденные. Посмотрите, какая рыбка. Во-первых, она крупная, во-вторых, красивая, очень текстура такая прикольная. Внутри, смотри, даже переложено. Да, переложено. Почему-то номерок есть, кто упаковщик. Супер. Вот, и вкусно ее даже, ну, я всегда только с хлебом ела, а я сейчас прям вот так ее попробовала, очень вкусно. И это надо будет уточнить именно, где это место, вроде они говорили, что я там... думаю, может... Нет, это другие. Боже, какая вкусная рыба. Саш, теперь я только их хочу. Да, они просто одуренные. Интересно, сколько они стоят. Надо загуглить. Они просто офигенные. Ну, если так, даже 4 евро стоят более-менее нормальные. Они есть и по 8 евро, и по 7. Очень вкусно. Такая баночка 90 грамм. Бывает еще 50, стоит 10,65. Ну, как у нас баночку икры 100 граммового съесть. Так же быстро съедается. Ну, икры хоть побольше можно купить за эти деньги, наверное. Бомба. Вот никому не понравились обычные анчоусы, вот эти точно понравятся, мне кажется. Такие игры на ночь. Да, невозможно пижаму одеть, ничего. Такая красота выглядит, Олечка сделала кофе. Смотри, насколько это похоже на макароны. Фисташковый. Похоже. Похоже. Ну, сильно сладкий, такой более сахарный. Это фисташковый. Соленая карамель, наверное, да? Неплохо. Учитывая, что мы уже полгода не ели вообще никаких, то, в принципе, может и норм. Настюха тоже пришла есть. Пробуй. Ждала. Нравится? Классно. Настя все, что сладко, нравится. Они в раза два меньше стандартного размера. Даже, может, в три, какие у нас в Киеве некоторые делают. Вот этот наборчик стоил, по-моему, 4 евро, а мы его купили, типа, акция была на него. 2,70 или 2,50, ну, что-то такое. Короче, около 100 гривен получается, вот такая вот упаковка. Ну, в целом, неплохо. Это хотя бы хоть, ну, похоже на макароны. Вот в Лидле купили... Такой вот оригинал, крем-сыр. Большая банка, 300 грамм, как Филадельфия. Только в два раза дешевле, евро 25 стоит. Вкусно? На вкус хороший и состав. Если в Филадельфии написаны там разные добавки еще, стабилизаторы и прочее, то здесь просто сыр, соль и камедь, наверное, ну, которая загуститель. Вот. А купил сардины в Маркадоне лучше.
сардинки вкуснее. Просто вот эта вилла Мильбона, или как она правильно произносится, она, ну, мне нравится, и сыры, и много чего. И хлеб у них классный, вот этот. Я себе с маслом буду. И вот это масло, кстати, очень неплохое. Да, потому что в группе, в испанской группе многие начали задаваться вопросом, где купить нормальное масло, потому что многим напоминает маргарин. Хотя по составу написано, что натуральное масло, но по виду и по вкусу как маргарин. Я не спец по маслу, я его не люблю в чистом виде, чтобы прям так сравнить. Но хорошее масло. Вот, мы взяли два Мильбона, вот это больше рекомендовали, написано ирландское, здесь просто без соли. Но при этом это дороже, почти на евро. Оно более желтенькое. Но оба масла, когда мы приехали, вот оно даже чуть-чуть полежало, оно быстро тает, как натуральное масло. А то оно так брусочком, ну, прям держится, твердое остается долго, действительно, как маргарин. Не знаю, шалят или нет, но здесь такое желтенькое, вот реально максимально напоминает натуральное масло. Так что, если что, в Lidl вот эта фирма, ну, это тоже, я думаю, не хуже. Тут реально в каждом магазине есть что-то, зачем можно ехать именно в этот магазин. В Лупе свои прикольчики, в Маркедоне свои, и вот в Лидле еще одни. Вот, например, мне понравился очень хлеб такой из Лидла. Где там есть от него? Там просто, а я выбросила. Да. Ладно. Ну, общем, такой максимально... Сардины лучше в Маркедоне, мне из Лидла не понравились. Сосиски купили, и, в принципе, очень неплохие вот эти. Блин, на колбаски я еще не пробовала. Ой-ё. Они именно как из фарша сделаны. Вот. Что еще? Вот этот чеддер мне не сильно понравился. Да, Мильбона. Хотя вот большинство, вот этот сыр Мильбона хороший, мы его уже пробовали на Майорке, как забыли. Взяла, еще тоже не пробовала, но хорошая цена. В раза два дешевле других. Подожди, немножко остынет. И вот эти йогурты хорошие, натуральные. Мы в Лупе берем их обычно. Мы в Данон берем в Лупе и в Меркадоне. А здесь Мильбона, греческий йогурт. Что мы еще такого взяли хорошего? Сырочек еще не пробовали, но цена на него хорошая. Гауда. Соль вот это более удачная. Санфина. Чем это? Проблема просто в том, что вот это идеально подходит просто еду досаливать, потому что здесь маленький этот, и чуть-чуть досолить, с этой ему больше солится. Но для приготовления еды нужна другая, потому что это долго трусить, чтобы кастрюлю супа, допустим, посолить, долго трусить. Поэтому я все равно вот крышку вынимаю, если что-то солить, и беру щепотку. Сейчас! Как? Нападай! Это кто у нас такой маленький? Сейчас покусаю! А как ты кушаешь? Это ты спишь, а кушаешь как? Вот такой вот лук у Оли. Барселона стайл. Мы, да, поменяли же ботинки черные на эти. Но вроде эти тоже сюда подходят и хорошо. Как вы думаете, напишите в комментариях. Такие галушики. Да, это неплохо, очень даже. Ну, знаешь, что мне понравилось? Вот эта штучка всегда белая, ее типа отрезаешь, а тут сделали специальный кармашек, куда ее просто спрятать, чтобы не отрезать, чтобы информацию не потерять, если там как ухаживать, ну типа вот стирать. Вот это качество, Massimo Dutti. Ну качество и часто хромает. И не надо брать. Обуваюсь и идем, надо одеть. Классно, тебе очень идет. Что там мама делает? А что? Мама тут голая стоит.